Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы ветра до 18. Температура воздуха ночью -3-8 градуса, днем +4. В горах ночью -8-13, днем до -5. На дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха ночью -5-7 градусов, днем +1. Ночью и утром на дорогах гололедица. Народный театр «Инжич» стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров, который прошел в Москве. О том, как прошла постановка, как далась роль главной героини и как вообще зарождался «Инжич». На эти и другие вопросы в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответят актриса театра Зурида Койчева и режиссер-постановщик Амир Биджиев. Доброе утро всем. Доброе утро, Зурида. Доброе утро, Амир. Я безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Вы такие редкие гости у нас на телевидении. И сразу хочу поздравить вас с таким ошеломительным успехом, как то, что вы стали лауреатами Всероссийского фестиваля театральных любительских коллективов и просто великолепно выступили в Москве. Мне бы хотелось узнать, что вы представили на суд жюри. Повезли в Москву фрагмент военно-поэтической новеллы, которую мы исполняли на 9 мая в честь 75-летия победы над фашизмом. Фрагмент выступления, приуроченный этому событию, где мы втроем, я, Хавцев Аслан и Зурида Койчева, читаем стихи. Я знаю, что вот роль Зуриды, ее стихотворение, роль матери, которую она там сыграла, я видела отрывки, они потрясли зрителей до глубины души. Зурида, я хотела у вас спросить, как вам эта роль далась? Но я собралась всеми силами, потому что я играла как будто со своей семьей. Когда Амир читал, как бы напутственные слова сыну своему. И когда Асланбек Хавцев писал мне письмо, как бы, мне казалось, что он мой вот настоящий сын. Это настоящая актерская игра называется. Вот мне это помогло, мне кажется. Когда я играла полная, не я одна, вот все мы, когда играли, в зале была полная тишина. Амир, если говорить о вас, вот вы уникальный человек, на мой взгляд. Вы не просто художник-декоратор, художник-постановщик, вы осветитель, вы режиссер, вы все в этом театре. И насколько я знаю, немалую роль в том, чтобы «Инжич» стал народным, сыграла и ваша мама. Вот как вы пришли в этот театр? В этот театр я пришел в 1988 году на должность художника-постановщика. Вот эта штатная единица, кстати, как и режиссера-постановщика, и театр обязан был моей матери, которая, участвуя в Ставропольском фестивале краевом, с постановками Зули Израиля, добилась того, что театру присвоили звание народное. И с приложением двух штатных единиц, режиссера-постановщика и художника-постановщика. Вот эту должность художника-постановщика меня и позвали, и так началась моя театральная жизнь. Я заменил свою маму Биджеву Таибат Аслановну, которая работала в этом театре, художественным руководителем, приняла эту должность от Агачева Махарби, который является зачинателем этого театра. Я желаю вам новых побед, новых творческих успехов и благодарю за то, что нашли время и приехали к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программы черкесской редакции. Ну а следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра.
скидки? До 80%? Да, распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатно. Телефон 8-928-787-0381. Инстаграм ворота _ Умар.